Привет, друзья! Что сегодня сулят звезды? Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен. Сегодня отличный день, чтобы заняться своими делами. Не тем, что нужно кому-то, а именно теми делами, которые важны для вас. Никто не обидится, если вы немного уйдете в себя. Иногда нужно побыть наедине и просто поразмышлять над бытием. Телец. Сегодня очень благоприятный день для общения. И не только с близкими людьми. Вам будет очень просто найти общий язык с незнакомцами, и это общение будет очень приятным. Также сегодня звезды советуют позаниматься спортом или же физическим трудом. В доме давно пора сделать генеральную уборку. Близнецы. Сегодня вы станете звездой вашей компании. Ваша красноречивость поможет вам получить расположение всех друзей и даже незнакомцев. Но не увлекайтесь и не переборщите с лестью, чтобы ваши слова не звучали фальшиво. Рак. Сегодня вас ждут такие желанные перемены в вашей жизни. Вы начнете новое дело с партнером, успехами которого вы уже давно восхищаетесь. Вам удастся не просто стать полноценными партнерами, но также вы сможете удивить своими талантами. У вас много идей, и наконец вы сможете воплотить их в жизнь. Лев. Сегодня вас ждет очень успешный и продуктивный день. Вы делаете все правильно и движетесь в правильном направлении. Не останавливайтесь и не сомневайтесь в себе. Все идет отлично и не нужно сбавлять темп. Ну разве что вечером перед сном можете немного отвлечься и отдохнуть. Дева. Сегодня звезды советуют вам немного отвлечься от работы и наконец передохнуть. Вы очень напряжены и вам срочно нужно расслабиться. Поэтому сегодня вас ждет отдых и релакс. Сходите на спа-процедуры или же просто сделайте привал дома и просто ничего не делайте. Перезагрузить мозг – это именно то, в чем вы нуждаетесь. Весы. Сегодня ваша самоуверенность сыграет с вами злую шутку. Вы можете остаться без такой нужной поддержки в очень сложный момент. Постарайтесь не ругаться с близкими, иначе вас ждет одиночество на очень длительное время. Скорпион. Сегодня ваши мысли будут очень спутанными, вас будут мучить сомнения и разные предчувствия. Но гоните все плохие мысли прочь. Знаете, вы движетесь по нужному пути и все делаете правильно. И не нужно слушать разных советчиков, которые хотят убедить вас в обратном. Они завидуют вашим успехам и хотят сделать вам какую-то гадость. Стрелец. Сегодня у вас очень удачный день для планирования своего будущего. Вам нужно определиться с приоритетами и уверенно начать продвижение к цели. Не бойтесь сложностей, без них ничего не получится, а смело преодолевайте все преграды на жизненном пути. У вас все получится, главное повторяйте это себе ежедневно. Козерог. Сегодня вы сможете отлично проявить себя перед руководством. Ваши таланты не останутся незамеченными. Возможно, вас даже ждет некое финансовое поощрение. Но главное, что вы сами будете довольны своими успехами. Водолей. Пассивный, тяжелый день. Ничего нового не предпринимайте. Занимайтесь повседневными текущими делами. Водолей, заболевший в этот день с большим трудом, справится с недугом. Положительный результат будет зависеть от его силы воли и поддержки высших сил. Рыбы. Сегодня будьте очень внимательны, особенно на работе и особенно с новыми коллегами. Могут возникнуть конфликты, которые вам точно не нужны. Поэтому, если вам есть что сказать, скажите это в другой день. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.